24 января на факультете транспортных технологий и экономики Измаильского института водного транспорта состоялась презентация книги преподавателя института Матвея Деревенчи «Комсомол. Моя судьба». Матвей Ефимович – член-корреспондент Международной кадровой академии, профессор экономики, член Национального союза журналистов Украины, академик Украинской академии экономической кибернетики. Книга, изданная месяц назад, повествует о событиях из биографии самого автора и его соратников. Это далеко не первое произведение, изданное Матвеем Деревенчи. Он прекрасно владеет слогом, и из-под пера профессора экономики выходит не только проза, но и поэтические произведения. На презентации присутствовали преподаватели ИИВТ, судьба которых также была прямо или косвенно связана с комсомолом. Это завкафедра перевода Ольга Огнева, проректор ИИВТ по воспитательной работе Игорь Чернявский, декан факультета транспортных технологий и экономики Людмила Котляр и другие. Кстати, в день презентации Людмила Котляр отмечала свой юбилей, так что праздник двойным оказался. Чтобы аудитория прониклась комсомольским духом, на празднике в исполнении студентов звучали комсомольские песни и воспоминания преподавателей о той эпохе. Ну а главный виновник мероприятия рассказал, что во время написания книги его постигли серьезные испытания. Сначала был перелом ноги и малоподвижность в течение длительного времени, потом утрата зрения на 5 месяцев. И все-таки труд автора был завершен и, главное, нашел своего читателя. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».